Всех приветствую на моем канале Татьяна Темис, с вами рубрика «Криптоюрист». Если вы желаете поддержать мой канал, ссылка в описании, заранее всем благодарна. ВТБ представил прототип B2B перевода в цифровых рублях. ВТБ представил прототип реализации трансграничных B2B переводов в цифровых рублях, а также провел транзакцию из России в Беларусь в режиме реального времени, говорится в пресс-службе банка. В ходе демонстрации прототипа юридическое лицо, клиент ВТБ в России, совершил перевод цифровых рублей со своего счета на платформе Банка России на счет другой компании в Беларуси. Цифровой формат трансграничных платежей, по мнению представителей ВТБ, в недалеком будущем будет одним из самых востребованных. Лучше бы они проводили, развивали и рекламировали P2P переводы граждан. Рынок P2P переводов живет и процветает в России. Россияне активно покупают и продают криптовалюты друг у друга через биржи и обменники, а банк как бы не замечает этого.